Всем привет! Сегодня у нас обед. На обед у нас окрошка замученная уже и шаурма. И у Вани перец. Мне жарко, всем приятного аппетита, кто будет с нами кушать. Да, и всем счастья, здоровья, нам тоже. Я не знаю, мне кажется, мы не будем больше снимать мукбанги, потому что ну невозможно, даже есть не хочется. Я сижу сейчас вся мокрая. Сегодня я решила окрошку на квасе поесть. Ваня не хочет, потому что он уже поел. Да, Ваня? Угу. Приготовила шаурму. Здесь один лаваш. Блин, опять пакетик выбросила, хотела показать. В общем, один лаваш я разделила напополам и получилось. И получилось две шаурмы. Ты какой-то вообще покоцанный. Это сам покоцанный ты мне нарезал. Нет, да, свет. Да, видно. Видно же, ты смотри, видите, он, видите, вот такой подсохший. Она мне, она, я сразу же понял, запихнула мне здесь. Люди не понимают, о чем идет речь. Я его помыла, а этикетку забыла убрать. Короче, у нас лежит дома два перца. Один красный, желтый и один уже, ну как сказать, он уже отрезанный был, второй красный перец. В общем, два красных, один желтый. И он на краях вот где это отрезанный, он такой жухленький стал. Ваня говорит, я не буду это, мне надо свежий. Я говорю, я свежий сейчас нарежу, нарезала. Он говорит, ты мне что, жухлый нарезала? Я говорю, нет, свежий. Я говорю, какая разница, жухлый, не жухлый, он одинаковый. Ну подумаешь, немножко скукожился. Ой, я не могу. Вот тут мне жарко. Даже есть не хочу. Еще сегодня не ела ничего. Ну, Ваня уже окрошку покушал, конечно. И вот... пудинг. А, Ваня! Зачем ты меня выкинула? Ваня приехал. Ешь над столом, ты подвинуться не можешь к столу, что ли? Сидит на километр от стола. Ой. В общем, я ездила в Кушу. В понедельник Ваню забрала. С ночи не спавшая в воскресенье. Сразу же поехала в деревню. В бане помылась, шашлыки опять пожарила. Ваня помогал мне. Пока я там в бане мылась, Ваня костер разводил. Холодненько. У меня тут два вида колбасы. Одна колбаса за 320, вторая... А, нет. Сколько мы ее взяли? 100. Стародворье. Которую ты выбрал. Она выбрала я другую. Ты сначала сказал, давай вот эту возьмем. Я потому что не увидел добрую вязанку. Ну, короче, и одна за 780 бабушка мне купила. Там голимое мясо, такое твердое, плотное такое. Но оно сильно соленое, его есть невозможно, поэтому я решила из нее сделать эту окрошку. Из этой колбасы. И, в общем, у нас два вида колбасы. Так ты, кстати, шаурма я по-другому сделала. Офигенно. Вкусно? Чувствуется сыр. Да? Моцарелла. Купила какой-то новый этот брикетик моцарелла. Ну, знаешь, такой вкус, как будто в чипсах. В чипсах такая приправка сырная. Он прямо чувствуется. Вкусно? Угу. Сырная такая шаурма. Да. Прям чувствуется. Сырная. Мам сказала, такой газировочкой буду. Запивать на мукбанге. Тебе стакан надо? Давай. Я не люблю, когда с бутылок пью. Нормально. Как хорошо. Короче, сделала две шаурмы. Одну шаурму намазала. Всю промазала с этим соусом. Я первый раз так делала. Решила так сделать. Не надо так делать, потому что лаваш рвется.
Вот он у меня порвался. А себе я не мазала вот эту вот. Там у меня с халапеньо, поэтому... Вот у меня первая получилась не промазанная целая, а у Вани промазанная лопнула. У Вани без халапеньо, поэтому он кушает ее. Малина не такой вкусный вкус. Да? Невкусно. Там газов тоже нету. Да? Или есть? Есть. Приехала у Вани такая мальчика. Бабушка, видимо, купила ему. Давно еще, в прошлом году. Такая красивая. Мне он так понравился в этой маечке. Надо будет еще взять в лагерь. Таких. Представляете, я заказала вентилятор. Он уже пришел. Но на поселок Баранчинский. Балда. Ты вот салфетки, надо? Угу. Вот, а сейчас не знаю, когда в Баранчу-то еще поеду. Чтобы его забрать. В Телеграм, помните, обсуждали эти джинсы? Я заказала все-таки, я нашла черные джинсы. Такие классные. Они так на мне смотрятся. Они широкие опять. Ну, я люблю широкий раз. Все, я уже померил. Хотела вам показать это с Валберес распаковку. И забыла. Ничего не поснимала. И потом по отдельности так покажу джинсы, которые вот я взяла. И до этого брала-то, помните, я говорила, они мне не понравились, но я их взяла. Вот. Украшения, плавки. Что еще брала-то? Бабочки такие дебильные, они отпадают. Не берите. Ну, может, у нас обои такие, что они не держатся. На этих обоях. Ну, я одну хотела на часы приклеить. Приклеила, они тоже отваливаются. Ой, как вкусно. Луковый салат съела на следующий день за раз. Всю тарелку. Не, не за раз. Утром и вечером. Короче, такой вкусный салат. Я сейчас буду так делать и с крабовыми палочками, и без. Фу, душно, прям вообще не хочется кушать. Угу. Я вот столько съела, не могу. А ты прикинь, сейчас бы ты бы мне еще бы крошку бы сюда бы запихала. Угу. У Вани будет стритбол. Вот я бы такой не съел, потому что он мягкий. Он не хрустящий. Да какая разница, зато вкусный. Конечно, бывает в некоторых местах горечь. Нету там горечи. Соскучилась так по нему вообще. Угу. А ты по мне соскучился? Конечно, соскучился. Честно. Никто же не ругается на меня. Сидишь, валяется, просто ничего не делаешь. Скучно же. В ушах не звенит, скукотища цела, да? Да. Никто не смотрит YouTube шорты весь день. Ой. Не валяется на диване. Ой. Некому поделать кофе. Ой. Да. И валяешься просто вот так вот, просто вот так вот лежишь на диване, такой думаешь. Ты гулял там целыми днями. Сам же сказал. А потом Ритка уехала, я вот так вот целыми днями валялся. Баня. Докупался. Он так-то валялся целыми днями. На рыбалку Ваня ездил, ничего не поймал. В принципе, ожидаемо. Один ходил и то поймал. С отцом пошел, ничего не поймал. Потому что он рыбачить-то не умеет. Сколько я его знаю, сколько раз мы с ним ездили на рыбалку, ни одной рыбы ни разу не привезли. Как это? Ты что, не помнишь, когда мы лодки-то втроем ездили? Там из него рыбак, другом? Ага, дохлая рыба там. Там, да, там много рыбок было. Там много мы словили. Да не было. Там и дохлые были, и живые рыбки. И живых мы в бассейн закинули. Потом мы плавали с тобой. Мужики все? А, вот такие. Ну, больших, я что-то помню. No. Они такие, маленькие, средненькие, короче.
Мама и то на плотике возле дома вот такую шеренку поймала. На спиннинг. Ну ты, конечно, сравнила спиннинг и обычную удочку. А чё вы не взяли спиннинг-то? Чё вы не поехали-то? Чё поехали с удочками, с простыми? Как это? Меня папка только ещё учил. Не ловить рыбу. Так мы почти поймали, она у нас сорвалась. Маму жестко разрывает. Ну я потому что не могу, гад для меня. Ну вообще, поехал учить ребенка рыбу ловить, когда сам не умеет. Да рыбачить это вообще не мое. Ну зато кайфанул. Я кайфанул, меня там всего искусали. Ты чё? Ну это потому что одежду надо специальную одевать, чтобы ехать-то на рыбалку, закрываться. А вы как хотели? У меня там на ногах, у меня там уже целые горы на ногах. Укусов. И вообще рыбалка это вообще не мое, потому что я люблю поболтать. Он тебе говорил, тихо-тихо, да? Я не могу. Рыбу распугаешь, да? Ой, не могу. Мне надо было, я там рыбачу, сижу, мне скучно. У меня вообще ни разу не было, ничего не клевало, ни разу. Ни одной поклевки не было? У папы было. А вы червяков-то вот таких вот вешали на крючок? Вот маленьких, ты каких я там выловил из-под пня, потому что мы их забыли. О, Господи. Нам еще пришлось на остров там, на другой. В лес. Горе рыбаки. Так, у меня, конечно, тоже шаурма не влезет, но попробуем. Вот такая вот шаурмешечка. Вот такая обжаренная с четырех сторон. В этот раз не подгорелая. Будем пробовать. Все, наелась. Как-то у нас спокойно на этом мукбанге. У нас давно уже не было спокойных мукбангов, где никто не бегает, не прыгает. Угу. Даже я одна... Только сказали, мышка в тазик прыгнула. Я даже испугался. Она так валяется. А что ты мне, Ваня, не сказал, что она соленая? Соленовато для меня. Да нормально. А для меня сильно солено. Я в шоке. Я мясо пожарила, потому что на соевом соусе. Ну, понятно, тогда уж. Для меня нормально, мне понравилось. Для меня солено. Вкусно. Что, прям сильно? Прям есть невозможно? Ну, возможно, но я не люблю такую соленую. Может, потому что ты уже наелась? Нет. Ваня, что поселок потом попозже? В августе. Почему в августе-то? Ну, в августе, потому что. Ты в июле-то приедешь в конце? Так и ты сразу же, поедешь смотри, туда. Смотри, вот в июль, еще там будут 3 недели, как ты мне сказала. 3 недели ты мне сказала. Ну, так у тебя там путевка-то 20 какого-то написано. Че, сразу же туда Баранчу поедешь? Халапеньо попалось. Кусай с халапеньо! Я первый раз делал шаурму с халапеньо. Я думаю, да как они делают ее такой острой? Вон оно что? Че? С халапеньо. Да нафиг, ты что, реально не поняла то, что они с халапеньо? Там прямо вот такие кусочки халапеньо, прямо когда их кусаешь, прямо чувствуются. И ты только что это поняла? Угу. Ну, бывает. Ну смотри, вот мама. А сыр? Ну-ка, мясо тут съем. Не тянется. Но тоже с сыром. Мяса положила очень много. Зато тянется ароматный запах этой шаурмы. Капуста пекинская. Огурец. Помидор и куриная грудка. Ну и соус сметана, майонез, укроп, паприка. И все. И нет, чили. И все? Угу. Вот так вот. Очень вкусно. Я прям не могу, мне кажется, я переел.
Мясо прям такое нежное сытное, получилось. Сытное, нежное, да. Соус такой, ну я говорил уже, соус вкусный. Все вкусное. Шаурма хрустящая. И все чил, чил. Ну, прям не спим. Так. Я хочу Ваню подстричь. Вообще все состричь ему. Оставить ежик наверху. На лето. Пусть голова отдохнет, да? От волос. Да. Да? Ты согласен? Позже. Че позже? Подстрижался. Ну так естественно перед лагерем. 20-го может быть. А сегодня какое? Сегодня 19-е, по-моему. Здрасте-ка. Так, мама, если было бы сегодня 20-е, то у меня бы дали бы бонусы в игре. Сегодня 19-е. Что с этими играми? Так я всегда по поводу в играх это определяю, какое число. А, да, сегодня 19-е. Точно. Не как вкусно с моцареллой. Не могу. Вкусное мясо. Так и хочется сейчас какой-то вкусненький сок или компотик холодненький, да? Я бы хотела бы кока-колу по 40 рублей у нас в Пятерочке в Бранче. Она всегда такая холодная, прямо с газиком, прямо чувствуется кока-колу. А Маша какую-то там дорогую, вообще невкусную купила. У нас икрошка на пиве. Да. Икрошка на пиве. Да, кто пробовал, скажите. Ставьте лайк. Нам с мамой нравится. Ну, Ваня вообще что-то ест не окрошкой, а салатом. В последнее время он перестал есть что-то в жидком состоянии. Да я вообще потому что не умею делать ее в этом жидком состоянии, как мама говорит. Я ее могу только в виде салата делать. А я ее раз это на сухую все ингредиенты нарежу, а все перемешаю, а потом по отдельности тарелки накладываю и разбавляю, чтобы не прокисало. А мне кажется, маме просто лень это все делать, вот так вот замешивать, вот так вот туда добавлять, вот так вот все перемешать. Чтоб не прокисло. Да мама, когда ты сама делаешь, я ем ее быстро, какой прокиснет. Он говорит, я так не могу, сделай мне. Я вот у нее всегда прошу. А когда на работе, он ест салатом. Приходится есть салатом. Ну и без, ну и салатом, и в жидком состоянии тоже всегда вкусно. Мне нравится. Но эта окрошка мне как-то в этом, в салатике больше нравится салатиком. Да? Ну тут какая-то колбаса вкусная. Какая? Ну которая в окрошке вот в этой. Так, ты знаешь, вот эта колбаса, вот которая вот бабушкина, та, которая прямо мясо-мясом, вот прямо сильно чувствуется, она прям такая твердая. Угу. Непривычно как-то. Я когда кушаю, мне прямо сразу же вспоминается вот эта колбаса, которая там у нас в холодильнике. Вот видишь, там торчит упаковка от нее. Стародворье. Наша там колбаса уже снегом поливается. Ой, засыпана. Снегом вся, да? Так вот, что там, протекает уже у тебя? Ну ты капец. Как ты так ешь? То, что у тебя все протекает. У меня вообще ничего не протекает. Ем, у меня всегда все это сухо. Так я уже наелась. Но! Что, оставлять такой маленький кусочек, что ли? Нет, я оставлю, я не могу больше. Я наелась. Все, дорогие друзья. Я не знаю, видео, наверное, завтра выйдет. Единственное, что не сегодня. Мы снимали сегодня. 19 число, да. Мы пообещали, что сегодня снимем видео. Давным-давно обещали, что с окрошкой, с шаурмой. Вот, обещание выполнено. Просто единственное, почему выйдет завтра. Потому что сегодня я выпустила влог. Поэтому мукбанг выйдет завтра. Да.
Вот так. Все, я объелась, я переела. Капец, хана какая-то. А может тогда уж послезавтра? Нет, завтра выйдет. Ну хорошо. А потом завтра еще какой-нибудь мукбанг снимем. Mm-hmm. А может и нет. Потому что жарко, есть не хочется вообще. Все, всех обняли, поцеловали. Увидимся на следующем видео. И всем пока-пока. Пока-пока.